Национальное антикоррупционное подразделение судебной полиции Португалии совместно с сотрудниками Европола провело спецоперацию Deep Money, задержав членов крупнейшей в Европе банды фальшивомонетчиков. Фальшивомонетчики действовали под руководством вора в законе, имя которого не называется. Он и еще 4 подозреваемых были арестованы. При этом законника этапировали из Колумбии. Следствие установило, что за 2 года мошенники напечатали более 26 тысяч поддельных банкнот номинальной стоимостью более 1 миллион евро, их продавали в Даркнете. Купюры всплывали во Франции, Германии, Испании, а также в Португалии. Фальшивые банкноты рекламировались на одном из основных рынков Даркнета, и заказы принимались либо через личные сообщения, либо через зашифрованные платформы чата, говорится в заявлении португальской полиции. Полиция провела 8 обысков и изъяла 1833 поддельные банкноты на общую сумму около 70 тысяч евро, 77 тысяч долларов, а также различное оборудование и расходные материалы для их производства. Это компьютеры, принтеры, защитная бумага, голограммы, самоклеющиеся голографические ленты, ультрафиолетовые чернила, чернильные картриджи.